Всем привет! Вы попали на канал Hard Reset Info, и в этом видео я расскажу вам, как отключить колонку Anker SoundCore 2 от вашего айфона. Итак, для этого в первую очередь мы на айфоне отодвигаем правую шторку и зажимаем значок Bluetooth, и зажимаем его еще раз, и нажимаем настройки Bluetooth или же Bluetooth Settings. Теперь выбираем название нашей колонки, нажимаем на значок информации рядом, и нажимаем «Забыть это устройство» или же «Forget this device». Подтверждаем, нажимая на красную надпись. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем всего хорошего.